В прошлом году из-за аномальной жары стоимость зерна резко подскочила вверх, что в свою очередь повлияло и на ценообразование. Крупные сетевые магазины давно уже практически ничего не зарабатывают на массовых сортах хлеба. Многие из них предпочитают держать цены на прежнем уровне. Например, хлебопекарня торговой сети «Аксарлак» решила эту проблему с помощью покупки современного оборудования. Снижение энергопотребления и в то же время увеличение мощности дало положительный результат. Цены здесь, несмотря на все факторы, так и не подскочили. Это оптовые цены, это электричество, это новые налоги, которые поднялись с учетом принятия нового законодательства. Также это и топливо, и масса других внешних факторов, которые, конечно, оказывают непосредственное влияние на цену. Хлеб – это социальный продукт, поэтому мы стараемся его удержать на минимальном уровне, с минимальной рентабельностью. Другой пример работы в этом направлении уже на более масштабном уровне – деятельность Нефтекамского хлебокомбината. Являясь одним из крупнейших производителей, он обеспечивает свежим хлебом население не только города, но и соседних районов. Здесь за счет грамотной политики и руководства цены на хлеб держали без изменений с 2008 года. Но, как говорится, ресурсы не безграничны. Поэтому с 12 мая предприятию все же пришлось повысить стоимость собственной продукции на 5%. Мы изыскивали все возможности, все ресурсы нашего предприятия для того, чтобы сдержать цены на реализуемую продукцию. Ну, скажем так, нам это практически успешно удавалось до конца 2010 года. Но, к сожалению, когда было объявлено решение правительства о повышении социальных налогов на 8%, о том, что в начале 2011 года произойдет очередной рост на энергоносители в среднем на 20-25%, мы посчитали свою экономику и пришли к выводу, что наш ресурс не позволяет нам больше сдерживать цены, и поэтому нами было принято решение по этапному повышению цен. Сейчас цены на хлебобулочные изделия в Нефтекамске в целом ниже, чем в других городах республики. Ожидается ли повышение стоимости хлеба в дальнейшем? Вопрос, на который сейчас пекари однозначно ответить не могут. Во многом ценообразование будет зависеть от урожая 2011 года. Вадим Хисматуллин, Ильшат Исламов, информационная программа «Время новостей».